Сегодня 28 июня 2024 год. Вот мы с братом пришли, сено убрали. Ну да, тут участок был, потому что два участка, ну, небольшие посадили уже с картошкой. Вот сейчас осталось третий участок посадить. Он, конечно, за это время зарос, потому что всю весну шли дожди. Еще из-за этого все у нас затянулось с посадкой. Люди сейчас уже окучивают картошку, мы еще только садим третий участок. Вот сено сюда сложили с Володей. Вот сколько. А сейчас, что, Володя, сейчас делать будем? А? Что делать будем? Пахать, чтобы картошку посадить, да? Если более еще точно сказать, презеровать, да, для картошки. Первый раз не берет, наверное, несколько раз придется. Вот так получается. Видишь, раз тут заросшее все было, земля сейчас сверху твердая. Сейчас пройдусь раз, сколкую пару раз, а потом пойду на углубление. Может, на четвертый год. Четыре раза говорил. Четвертый раз. Дрова-то выше, Володя. Домик Иосифа называется участок. Вот он домик этот построил. Сейчас там братья приедут, будут там жить. Ну и вот примерно, не знаю, вот метров 20 на 20, наверное, 4 сотки примерно здесь. Ну здесь получше идет, наверное. Thank you.
получается так землю проходить. Я говорю, только на третий раз углубление будет. На третий раз? Да, потому что если бы она мягкая сразу... Сначала полностью один раз, потом да. Второй, третий, все вот так, да? То есть не на одном месте четыре раза или три, а сначала один раз целиком, потом это опять. Чтоб не насиловать мотоблок, можно вначале заглубиться, но это будет сложнее. Ага. Ну все, брат, будем работать? Да. А? Дальше по пятам тоже. Хорошо. Ну все, с Богом.